такие большие и тяжелые. Всем привет! Вы на канале «В гостях у Ли». И сегодня мы открываем большие киндеры, киндер Макси. Там попадаются большие игрушки. Я еще ни разу его не открывала, а вот пришло время. Давайте откроем первый киндер. Что нам попадется в первом киндере? Так, распечатываем бумажку. Какое большое шоколадное яйцо. Опа! А капсула какая! Откроем капсулу. О! А в капсуле мне попалась коробочка с чем-то. Вот. И такие вот какие-то, не знаю, что это. В общем, сейчас проверим. По-моему, это татушка. Или просто картинка там написана. Сейчас прочитаем вкладыш и все поймем. Так. Вот что у нас с этой стороны. Это вся коллекция, наверное, этих всяких татушек. И один чипчик. И как там? Запуталась уже. Вот. Давайте сейчас посмотрим, что в коробочке. Сейчас мы откроем наш. Что у нас там есть? Это игра. Вот тут есть такие карточки, гармошка. Я играю на гармошке. Вот с одной стороны тут божьи коробки, а с другой стороны вот... уже одну порвала. Ой, две сразу. Их нужно все разорвать. И, в общем, их нужно все разобрать, чтобы играть. Еще вот эти у нас есть. Сейчас я их быстренько все порву. И примерно как-то вот так. Еще у нас есть ходилки. В ходилках у нас есть вот такой крючок. Есть еще вот такая вот. Что это? Может, улитка, наверное. Или какой-то. Ну, гусеница, наверное, какая-нибудь розовая гусеница. Ну да. Еще какой-то жук. Странно. Я не знаю, как он называется. Скорее, это просто жук. Так. А это кузнечик. Еще кузнечик такой. Так, а это все. Теперь я вам покажу картинки. У нас есть такие карточки. Они светятся в темноте, если их намочить водой. Еще их надо в темноте бросать об мебель, тогда они будут светиться. Вот. Желательно мочить их холодной водой. Так они будут лучше светиться. Ходилки у нас вот так вот, да. Да, вот. Сейчас найду.
так собираются. А где же нам найти правила игры? Наверное, придется зайти на сайт, который указан на картинке. Mm-hmm. Да? Да. И подробно познакомиться с игрой. Как в нее играть, сколько надо игроков. Ну, судя по всему, что ходилок 4. Так, наверное, что игроков должно быть 4. Угу. 2 или 4, да? Угу. В общем, или можно даже 3. Конечно, лучше, чтобы были задействованы все. Ну, теперь тебе есть чем заняться, когда придут друзья. Да. Я расскажу им, что у меня есть такая игра. Я тут уже ходильки все пособирала. Так. Последнюю и... Сейчас. С этим я пока что еще не знаю, что мне с этим делать. Ну вот, что нам попалось в первой капсуле, в первом киндере. А теперь мы посмотрим, что нам попадется во втором киндере. Это киндер с голубым зайчиком. Тот был желтой уточкой. Я забыла показать. Тут был желтой уточкой. Сейчас. Сейчас. Вот так. Ой, а тут нам попалось что-то. Нам попался вот такой жук. Сейчас я его соберу. Покажу. Мне даже инструкция не нужна. И я и так знаю, как его собрать. Все очень просто. А может, все-таки посмотришь в инструкцию? Хотя, да, какие-то тут детальки. Вся коллекция сзади, да, представлена, да? Какие, угу, жучки должны быть? А здесь должен быть... Лопаткой можно копать. Для ямочку. Щипчиками можно ложить семечко. А граблями можно загребать ямочку. И вы так можете посадить собственное деревце. Ну, во всяком случае, комнатное растение в комнатном горшочке. Ну да. Можно ухаживать такими инструментами, правда? Угу. Под крылышки спрятать? Ну да. Тут есть лопатка. Лопата. Грабли. И щипчики. Вот они вот так поднимаются крылья. И это надо как-то куда-то прятать. По-моему, это так. Вот это так. А это, пожалуй, сюда.
получилось как-то так. Какой жучок, трудоголик, любит трудиться на огороде. Когда ему что-то надо, кстати, он как-то ровно не стоит, он на камушек оперелся точно, у него одна нога, короче. Вот, у него поднимаются крылья и можно брать любой инструмент. Лопатки, грабли и лисички. Вот что нам попалось в следующем киндере. Ну что ж, на сегодня это было все. У меня накопилась куча шоколада. Вот такая куча шоколада. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока!